Каждый раз, когда мы приближаемся к празднику Рождества, я заметил, что люди ищут добрые слова как пожелания друг другу. И есть различного рода пожелания. Есть красивые, есть очень красивые. Но самое красивое пожелание пришло к нам с неба. Однажды, очень давно, ангел принес это пожелание пастухам, и мы читаем в Евангелии от Луки, 2 глава, «Слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Я хочу пожелать всем вам, дорогие братья, сестры, чтобы вы угождали Богу на следующий 2018 год. Я хочу пожелать вам, чтобы в ваших семьях, в ваших церквях царил мир. Когда мы читаем, как образовалась новоапостольская церковь, впервые мы замечаем и видим, что среди них был мир. В Деяниях апостолов, 9 глава, 31 стих, мы читаем: «Церкви по всей Иудее, Галилее и Самаре». То есть повсюду все эти церкви были в мире или были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались. Мы решили вместе с Советом Союза, чтобы следующий год назвать годом церкви. И мы желаем всем вам, чтобы в этот год мы хранили этот покой, этот мир, жили в этом мире, назидались и при утешении от Духа Святого мы росли и количественно. Пусть Бог благословит каждого из вас. Аминь.